Аллергическое явление. Катаральное явление обязательно, это тоже противопоказание Аллергические для вакцинации. Реакции. Если аллергические реакции, только лишь на белок куриного, на куриный белок, который содержит сегодня вот наши вакцины. И тогда вопрос касается исключительно аллергиков. Дело в том, что аллергические реакции имеют такую возможность присоединяться, да, то есть никогда не было на куриный белок, и вдруг может возникнуть. Как это можно проверить, и надо ли это делать? Ну, надо сказать, что в этом случае мы рекомендуем обратиться обязательно к иммунологу. Это в детских поликлиниках. И у нас есть возможность сегодня в нашем специализированном центре и в наших поликлиниках именно определить пробу, действительно ли либо эта аллергия существует. И разработаны сегодня для таких детей именно система подготовки, которая предусматривает введение ряда препаратов в течение 3-4 дней перед прививкой. Надо сказать, что тот, кто принимает эти препараты, кто выдерживает все наши рекомендации, мы видим очень хорошие положительные результаты. Мы все время о детях, как о группе риска, говорим как о самой большой заразе. Вот скажите, почему в принципе именно о детях мы говорим вот в таких преувеличенных тонах и красках? Почему они являются самой главной группой риска? Ну, это связано с тем, что первые, кто вовлекаются в эпидемический процесс при гриппе ОРВИ, это прежде всего школьники. И школьники именно первых-четвертых классах. Потому что другие дети могут находиться до подготовки экзаменов, другие заняты, значит, еще какими-то вопросами. А вот это вот такая группа детей, которые очень имеют широкие контакты с детьми, которые постоянно имеют вот такое общение. Это дети, которые находятся самая в закрытых... Самая активная группа. Да, самая активная группа. Наконец, это дети закрытых коллективов, домов ребенка, школ-интернатов, которые тесно, круглосуточно имеют вот такое общение. Ну, наконец, если присоединяются дети, заболевшие из организованных детских детей, детских дошкольных учреждений, то это всегда первый признак для нас, что наступает эпидемиологическое неблагополучие. Значит, группы риска мы уже перечислили: дети, затем люди пожилые старше 60 лет, просто в силу того, что уже здоровье не столь крепкое. Ну, дальше... а также те, кто связан в сфере, практически во всей сфере обслуживания. Это наши медицинские работники, это работники детских образовательных учреждений, работники транспорта. Это, по сути дела, вся торговля сегодня, которая так или иначе связано с общением с людьми. Опять же, противники прививки настаивают на том, что прививаться не обязательно, если ты надеваешь маску, выходя на улицу или вступая в контакт в том же магазине, в общественном транспорте, если есть витамины, если там делать зарядку, то, в принципе, никакой грипп тебе не страшен. Что скажут на это медики? Ну, мы хотим сказать, что, конечно, прежде всего надо сделать прививку, а затем, конечно, нужно подготовить себя к эпидемии гриппа. Это прежде всего закаливание, потому что, не подготовив защиты не специфической, да, мы говорим, что это специфическая защита, которая может быть создана, она может быть прорваться, потому что надо всегда думать о том, что надо себя закаливать далее, ну и подготовить, я думаю, что все из нас уже подготовили набор трав, необходимый для зимнего периода. Это тоже, в общем, такие стимуляторы, которые повышают неспецифические защитные силы организма. Ну, это шиповник, имеется в виду, да? Да. А то, что касается масок, надо сказать, что... Сейчас к маскам вернемся. От Татьяны примем звонок. Татьяна, добрый вечер, слушаем вас. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, вот если я в данное время принимаю препарат Денол, антибиотик против, вот у меня хеликобактер, там титр 5 с небольшим, могу ли я вот сейчас поставить прививку? Или это противопоказано во время приема? Вопрос понятен. Противопоказаний здесь нет, вы можете смело идти на прививку профилактическую от гриппа. То есть антибиотики не являются, прием антибиотиков не является противопоказанием. Нет. Итак, к маскам. Опять повторю, люди считают, что если маска есть, то заразиться уже невозможно.
без всякой прививки. Да, я хочу сказать, что маска выполняет свою функцию барьерную. Но ведь масочный режим мы вводим только в условиях эпидемии, когда идет массовая обращаемость, которая буквально 10-12, у нас были эпидемии, когда 15 тысяч обращений за один день. И в этих условиях, работая сегодня в сфере торговли, конечно, маска здорово защищает. И надо сказать, что маска имеет свой срок существования. Вот на всех наших трехслойных процедурных масках, которые мы используем их в своей вот медицинской практике, она рассчитана ровно на 2 часа. То есть через 2 часа она теряет свою барьерную функцию? Даже мы можем, да, своим коллегам сказать, но в лучшем случае 3 часа, 2-3 часа. А далее, если мы видим в автобусе, например, я вижу, когда кондуктор, да, одевает эту маску и ездит весь день, то я понимаю, что эта маска как раз, она может сконденсировать на себе, да, сконденсировать на себе различные другие вирусы, и человеку есть вероятность заболеть. Угу. В этих условиях, когда меняется. Правильно ли я вас понимаю, что если человек малоконтактен, и он будет каждые 2 часа менять маску, то это, в общем, его может защитить от встречи с вирусом. Но все-таки мы, обращаясь к жителям нашего города, и которые приходят к нам в медицинские организации, мы задаем ряд несколько вопросов. И первым вопросом, да, пользуетесь ли вы транспортом, где вы работаете? Далее, ведете ли вы активный образ жизни? И если пациент, да, называет нам хотя бы одно из 6 названных нами вопросов, то мы говорим, что вам показана сегодня именно вакцинация против гриппа, потому что вы ведете активный образ жизни, вы не изолируете себя, вы не сможете заизолировать себя в условиях эпидемии, все равно вы вынуждены общаться в условиях эпидемии, вы выезжаете, вы двигаетесь, вы работаете, и в этих условиях, конечно, вы должны быть защищены, потому что от такой массовой инфекции. Вопрос принимаем. Алексей Николаевич, добрый вечер. Слушаем вас, Алексей Николаевич. Здравствуйте. Я пенсионер, перенес 2 инфаркта сильных. Есть аллергия на препараты лидокаиновой группы. Мне эта прививка не противопоказана? А в данном случае прививка вам не является противопоказанием. И надо сказать, что вот после эпидемии, такой вот волны гриппа и ОРВИ, мы видим, что через определенный промежуток времени мы видим массовую обращаемость людей с различными инсультами и инфарктами. Это нами уже точно установлено. И поэтому тот, кто сегодня будет привит, тот снижается сегодня риск инфарктов и инсультов. А это как связано? Доказано. А это доказано, потому что вирус обладает вот таким протравляющим действием. То есть он дает дорогу для входных, для ворот инфекции. Присоединяются многие бактериальные инфекции. И поэтому, если вы будете привиты, у вас не будет различных осложнений, и у вас не будет риска сегодня, в том числе и инфарктов миокарда. Так что, Алексей Николаевич, ставьте прививку. А от Сергея принимаем вопрос. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотел бы узнать, вот почему тогда приходится подписывать бланк, что ответственность всю берешь на себя. Врачи с себя ответственность снимают. Это сейчас общим местом стало. Подпишите, что вы согласны, что бы ни случилось, сами виноваты. Нет, надо сказать, что вот у нас в нашей практике согласие дают сегодня дети, которые подростки и взрослые. А у детей до 14 лет родители. Мы спрашиваем, да, согласие родителей, где разъясняется, да, что мы вводим безопасный препарат. Ведь идет согласие на введение безопасного препарата, а не то, что вся ответственность будет возложена на вас в случае возникновения какого-то осложнения. Нет, мы берем на согласие на введение вакцинального препарата. Понятно. А еще у меня вопрос по поводу температуры воздуха. Ну, не по поводу самого воздуха, а по поводу того, какая погода на дворе является самой противной для распространения гриппа. Ну, надо сказать, что связи с погодными условиями мы... Ну, говорят, что в мороз это почти невозможно заразиться, потому что умирают все. Не установлено, но мы видим, что вот такая особенно слякоть и резко меняющаяся температура, то холодно, то тепло,
то оттепель, как раз вот эта такая меняющаяся температура, это как раз все условия для быстрого распространения гриппа. И на сегодняшний день, если человек принимает такое осознанное решение, надо обязательно привиться до наступления эпидемии, что ему нужно сделать? Мы ждем вас в нашей поликлинике. Нужно обратиться к участковому врачу. То есть по месту жительства? Да, по месту жительства, к врачу-инфекционисту. Мы ждем вас в нашей поликлинике. То есть не через терапевта? Через терапевта. Через терапевта, да, обязательно? Через терапевта. Далее можно обратиться к врачу-инфекционисту, который вас, ну, может проконсультировать, или какие-то аллергические реакции у вас были ранее. Мы тоже готовы принять. И дается обязательно информированное согласие, осмотр врача, и проводится вакцинация. А для кого вакцинация бесплатна? У нас сегодня предусмотрено ряд контингентов, которые мы выполняем государственный заказ, и эта вакцина поступила сегодня на федеральные средства. Так. Но я хочу сказать, что у нас сегодня отказов для населения нет. Мы сегодня всех ждем на прививку. То есть денег не потребуют? Не потребуют. Не потребуют. Значит, деток в дошкольных и школьных учреждениях с согласия родителей. А взрослые люди, если работодатель позаботился и пригласил прививочную компанию, да, да, доктора у нас на место работы. Прививочные бригады. Эти прививочные бригады у нас формируются быстро, и мы можем выезжать сегодня в различные организации. Это все, в общем-то, работает. Ну, а остальным просто в поликлинику по месту жительства или по месту прикрепления полиса ОМС. Спасибо вам большое, Владислав Васильевич. Спасибо, что находите время и рассказываете нам о том, что происходит с нашим здоровьем и с теми вирусами, которые вот-вот появятся в нашем городе. Всего Будем доброго. Будем здоровы. Это был прямой эфир. До свидания. Одежда для ведущей предоставлена салоном женской одежды «BGN», ТРК «Колизей Синема».